Спасибо опять же, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. Да. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы очень многое можем делать по кооперации, тем более они востребованы для российского авиастроения. Абсолютно. И нового вашего этого самолета. Это будет, как по результатам наших встреч, еще одно из поручений правительства.